В жизни моей этот балет Чайковского сыграл решающую роль. Я станцевала его более 800 раз и танцевала 30 лет по всему белому свету. Я считаю, что «Лебединое» — пробный камень для всякой балерины. Все на ладони. Два образа — черный и белый. Вся палитра красок и технических испытаний, искусство перевоплощения, драматизм финала. Балет требует выкладки всех душевных и физических сил. В полноги «Лебединое» не станцуешь. Каждый раз после этого балета я чувствовала себя опустошенной, вывернутой наизнанку. Силы возвращались лишь на второй, третий день. Наверное, я танцевала «Лебединое озеро» не всегда совершенно. Были спектакли удавшиеся и были с огрехами. Но моя манера, принципы, кое-какие танцевальные новшества привелись, утвердились. Плесецкий стиль, могу сказать, пошел по миру. Я радуюсь этому. Я грущу.